Здравствуйте, в эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия». С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Пятигорские и Черкесской епархии исполнилось 10 лет. Масштабное праздничное мероприятие прошло во Дворце культуры города Черкесска. Контроль за деятельностью коллекторских агентств будет осуществлять служба судебных приставов. Об этом подробнее расскажет гость нашей программы. Сиреневый салон Шахризы Богатырёвой вновь собрал поэтов и писателей. Музыкальный день войск Национальной гвардии Российской Федерации. Уважаемых солдат и офицеров, ветеранов войск Национальной гвардии России с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Тимрезов. Сегодня на Росгвардию возложена ответственная задача по борьбе с терроризмом и экстремизмом, охране общественного порядка и безопасности. В этот день слова особой признательности и благодарности выражаем ветеранам, которые вносят неоценимый вклад в патриотическое воспитание личного состава, повышение авторитета войск и активно участвуют в общественной жизни республики. Пятигорской и Черкесской епархии исполнилось 10 лет. Торжественное мероприятие сегодня прошло во Дворце культуры города Черкесска. На самом важном событии присутствовало много почетных гостей. Основная тематика праздничного мероприятия – дружба народов, которой посвятили яркие концертные номера. Аслан Гирюгов продолжит тему. Пятигорская епархия возрождена решением Священного Синода 22 марта 2011 года. За 10 лет созданы кризисные и реабилитационные центры, возводятся православные храмы, уделяется внимание нравственному воспитанию молодежи и укреплению традиций добрососедства на Кавказе. Реализовано немало проектов в миротворческом, просветительском, социальном, культурном направлениях. В Карачаево-Черкесии действует единственная на Северном Кавказе школа с этнокультурным русским компонентом – Свято-Сергиевская гимназия Черкесска, в которой учатся 215 детей. На торжественном мероприятии работа священнослужителей была отмечена грамотами и благодарственными письмами от имени главы республики Рашида Тимрезова. За годы плодотворной созидательной деятельности она стала надежным центром укрепления веры и нравственных идеалов. Своим духовным служением епархия вносит значительный вклад в развитие социального и просветительского служения, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитие этноконфессионального диалога. И от имени Народного собрания, от себя лично поздравляю с этой праздничной датой вас, владыка, и всех прихожан, всех жителей нашей республики. С приветственным словом также обратился и архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. В своем выступлении он отметил, что основой для плодотворной работы стала дружба народов, ведь Карачаево-Черкесия – многонациональная республика, в которой дружно живут как православные, так и мусульмане. Сегодня моя благодарность всем тем, кто все эти 10 лет со дня образования, восстановления нашей епархии были бок о бок и по-настоящему стали друзьями. Ведь дружба – это тоже удивительное, свойственное, пожалуй, только человеку добродетель и расположение души. Дружить – это значит в другом человеке уважать и любить образ и подобие Божие. После официальной части на сцене выступили творческие коллективы и отдельные исполнители. В каждой композиции воспевалась красота родного края с ее традициями и обычаями, завораживало капельное хоровое исполнение. Также артисты читали стихи, посвященные нашей республике. Несомненно, такие мероприятия помогут больше узнать о культуре и религии разных народов Карачаево-Черкесии, что способствует укреплению дружбы. Субтитры сделал DimaTorzok.
Аслан Герюгов, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. Заканчивается март, но теплая весенняя погода пока нас не радует. Какой она будет на выходные дни, поведают синоптики. Коллектор, жми на тормоза. Закон экономики. Чем глубже кризис, тем сильнее плодятся коллекторы. Арифметика проста. Берем закредитованность населения, добавляем экономическую нестабильность, умножаем на безработицу и получаем растущую с каждым днем армию должников, не способных расплатиться по своим займам. Поэтому логично, что растет число тех, кто должен выбивать эти долги. С 2016 года законодательством установлены правовые основы для данного вида деятельности, направленные на защиту прав и законных интересов должников. За правомерностью деятельности коллекторов и микрофинансовых организаций следит Федеральная служба судебных приставов. И сегодня гость нашей программы – заместитель главного судебного пристава республики Азамат Кишмахов. С ним встретилась Фатима Даурова. Федеральная служба судебных приставов наделена полномочиями по регистрации организации, осуществляющей деятельность по возврату просроченной задолженности, так называемых коллекторских организаций, а также контроль и надзор за деятельностью данных организаций. Правовые основы по защите прав и интересов граждан, касающиеся деятельности данных организаций, при взаимодействии с деятельностью данных организаций, установлены федеральным законом номер 230. В соответствии с данным федеральным законом имеются некоторые ограничения и установлены права коллекторских организаций при взаимодействии с должниками, с гражданами. Взаимодействие с данными коллекторскими организациями управлением осуществляется в рамках разработанной, утвержденной программы профилактических мероприятий. Данная программа подразумевает ознакомление работников коллекторских организаций с нововведениями в законодательстве, а также уведомление граждан о порядке взаимодействия коллекторов с гражданами. Коллекторские организации, которые осуществляют деятельность на территории Карачаево-Черкесской республики, периодически приглашаются на рабочие встречи, проводятся различные мероприятия, как в управлении по Карачаево-Черкесской республике, так и непосредственно на местах, то есть по месту деятельности коллекторской организации. Должник, гражданин на любой стадии взаимодействия с коллекторской организацией, либо с микрофинансовой организацией, может отказаться от такого взаимодействия путем направления соответствующего уведомления в организацию взыскателя, кредитора. Каким образом направлять? Можно одним из трех способов. Через нотариуса, заказным отправлением с уведомлением о вручении, либо вручить под роспись представителю коллекторской организации, либо микрофинансовой организации. С момента получения коллекторская организация должна прекратить любое взаимодействие с должником. Буквально недавно гражданин обратился с жалобой в Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской республике, на основании чего должностными лицами управления было проведено административное расследование, собран весь подтверждающий материал нарушений. В данном случае микрофинансовая организация нарушила порядок общения с должником, то есть направила более 2 смс-сообщений в день. Помимо этого, проинформировала образовавшуюся задолженность работодателя данного гражданина, что также является нарушением действующего законодательства. После обращения с жалобой и рассмотрения проведения административного расследования должностными лицами был составлен протокол. Судом принято решение о признании виновным микрофинансовой организации и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.
Пенсионный фонд напоминает о выплате на детей до 8 лет. Заявление принимается до конца марта. Сумма 5000 рублей положена на каждого ребенка, которому еще не исполнилось 8 лет. И предоставляется родителям, усыновителям, а также опекунам и попечителям детей. Чтобы оформить выплату, надо подать заявление в любую клиентскую службу пенсионного фонда, вне зависимости от места жительства, или направить электронное заявление через портал госуслуг. В заявлении указываются данные свидетельства о рождении и СНИЛС ребенка, а также реквизиты счета в банке, куда будут перечислены деньги. Обратиться лично в пенсионный фонд также необходимо в случае усыновления детей, поскольку средства таким семьям могут быть назначены только после предъявления документов об усыновлении. Согласно регламенту, заявление может подать любой из родителей, указав свой банковский счет. Если ранее выплаты на детей уже предоставлялись, но счет поменялся или был закрыт, родителям необходимо представить в пенсионный фонд заявление с новыми реквизитами. Сиреневый салон Шахризы Богатырёвой вновь распахнул свои двери. По традиции его участники исполняли песни, читали стихи. На музыкально-литературном вечере побывала и Шерифат Лепшокова. Берёза России, вы в сердце моем поселились навек. Голос Беляла Хасарукова знают многие любители авторской песни. Неизменный участник сиреневого салона, он уже давно дарит людям свое творчество. Украшением вечера стала известная в республике поэтесса Мира Михайлова. Здесь всегда рады новичкам, и они не разочаровывают. Так Анатолий Бармянцев, дебютант салона, читая стихи Бродского, по-новому открыл его для присутствующих. Посылаю тебе постом эти книги. Что в столице? Мягкости. Спать не жестко? Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги. Участники вечера получили памятные подарки от хозяйки салона. Это были экземпляры международного журнала «Мегалог» под редакцией профессора доктора филологических наук Альмиры Казиевой. Но главным подарком стала та уютная, теплая атмосфера, которую создали сами любители музыки и поэзии. Искренне рада тому, что мы встретились. Я рада тому, что пандемийный год не оказался безрезультатным для творчества, что каждый из нас, каждый из вас творил. У нас уже были встречи, которые показали нам, что эту песню не задушишь и не убьешь, что в любом случае, как бы трудно ни было во все кризисные времена, человек спасался искусством, и это всегда было одним из самых мощных антидепрессантов. Вновь желтый ноябрь изучается ветром, вновь землю клинит листопад золотой, а я отмеряю свои километры велосипедной ночной пробой, и млечный путь огненный и вдохновенный течет своим курсом в положенный час. Сиреневый салон давно стал местом сбора единомышленников. Тепло встречают здесь и гостей, готовых влиться в атмосферу добра и теплоты. Что Кабардино-Балкария, что Карачаево-Черкесия – это родной дом. Я и здесь, и там чувствую себя как дома. И это благодаря таким уютным вечерам, это таким людям, как Шахриза, тоже с пропуском. Без сиреневой детали сюда не пустят. Я очень хотел рваться сюда, потому что чувствовал, что здесь будет очень приятно, уютно и по-домашнему хорошо. Я не ошибся. Шерифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго.